эта сцена сложна тем, что динамика ее эмоций очень велика, и поэтому ей нужно было накрутить себя до такой степени. Я 2 дня придумывала, кто же из таких близких ушел из моей жизни. Это было очень непросто, правда. Я придумывала, что у меня ушел самый близкий человек. И потом, наверное, 2 дня после съемок этой сцены я также приходила в себя и говорила, что не-не-не, все хорошо, этот жив, этот здоров. Все, в общем-то, успокаивала себя. В этот момент я поняла, что это титанический труд. Я поняла, откуда у актеров столько зависимостей. И откуда вот это вот пренебрежительное... людское, он в образе. Я вже читала цього за то. Це про мене. Ольга Левицька, нова зірка Харківського театру. Самое сложное, наверное, в этой роли было то, что Ольга совершенно не похожа на меня. Ну, совершенно. Есть у нее сцена, где она, конечно, блистает своим голосом, поет джазовый стандарт «You My Thrill», который мне позволили даже выбрать песню, которую поет Ольга. Да, это такая возможность Ольги признаться в любви Майклу абсолютно открыто, когда она знает, что по-английски говорят, в принципе, только они. Сашу Кобзаря, нет, скорее Владимира на площадке я боялась. Я делала все для того, чтобы показать ему, что я круче, выше его, лучше и прочее, и прочее. И именно Ольга. Но я его боялась, потому что этот человек одним звонком мог погрузить всех Кобзарей и всех убить, всех расстрелять. То есть, что у этого человека должно быть в голове? Вы только представьте, да, насколько он должен быть не человек. Да, в товарняк! Всех на ликвидацию. Я буду контролировать лично. Володя, ты куда? Вони ж нещасні сліпі. Вони просто співають пісні. Вони ж ні в чому не винні. Потом Джефф, прекрасный партнер, который, с которым мне посчастливилось играть любовь. Должна признаться, что именно на эту сцену сбежались все. После, скажем так, первой репетиции на площадке сцены поцелуя, он мне сказал: «Это что, твой первый поцелуй?» Я совсем засмущалась. Он сказал: «Слушай, а давай придумаем такую историю. Ведь мы же не видели прежде, целовались ли Ольга и Майкл до этого. Давай придумаем, что они и правда целуются в первый раз». Я бы очень хотела, чтобы зритель, который придет в фильм «Поводырь», он обязательно узнал, кто такие Кобзари. То есть это, знаете, как прийти в оперу, не прочитав либретто. Поэтому я бы рекомендовала вам прийти на фильм «Поводырь», обязательно прочитав перед этим как можно больше о Кобзарях, о том времени, о Голодоморе 32-го года и прочее, прочее. Ну, что ты хочешь, чтобы я сделала? Хочешь, я буду тебя любить? Я благаю тебе, зупини це. Я знаю, ти можеш. Зупини. «Поводир» з 12 листопада у всіх кінотеатрах.